переводом будет получше. Я почему-то не перевод запустил, не знаю. Там хотя бы будем понимать, что от меня хочет тот зеленый чмырь. Вот. Золотое семя было святым, но теперь оно проклято. Сними с него проклятие. Ты смеешь отрицать Камуза? Кто ты? Да ему пофиг, кто я на самом деле. Спасибо, пойдем ко мне в хижину. Такое ощущение, что мы не сильно много пропустили из того, что мы не могли прочитать. Долги выбивай с них. Пожалуйста, позволь мне отплатить тебе. Сандра мне все рассказала. Возьми этот меч света. Эй, у меня новый меч. Привет, Валькирия. Помнишь меня? Да откуда мне тебя помнить? Я тебя не видел раньше. Мое имя Камуз Андра Валькирия. Я думаю, что это Сандра. Потому что Валькирия — это я, Камуз — это тот чувак, значит, остается Сандра. Хорошая работа. Я научу тебя планированию. Используй его мудро. У меня появилась мана. Непонятно, как использовать. Наверное, плюс Б. Или удерживать надо. Добро пожаловать. Так, а что это такое? Широкий луч. Самонаводящиеся атаки. Трехсторонний выстрел. Мне нравится самонаводящиеся. Но трехсторонний стоит дороже. Эй. Эй. Что они меня... Я просто хотел посмотреть еще. Они мне не дали ничего купить. Они сами выгнали меня из магазина. Я ничего не покупаю. Ай.
Окей, сюда сваливаться нельзя. И тут непонятно было, что туда падать нельзя. Непонятно. По бэкграунду тут непонятно, что это пропасть. Упал в коричневый. Летучие обезьяны. Ай. Мне, похоже, уровень дали. Часовни. Разбомбили. Я не успел последний подобрать. Похоже, это вот про то семя, которое говорили, а в конце нашли. Золотое семя нашел. Дух ветра говорит. Чтобы забрать семя... А, говорит забрать семя на север. Не забудь этот пароль. Странный пароль, вы посмотрите на него. Не знаю, сфоткаю на всякий случай. Три вейшот у нас и так сейчас стоит, похоже. А на С мне не хватит. Послушай меня. Иди налево для того, чтобы найти что-нибудь полезное. Ну, пошли налево. Он нас не киданул, этот торгаш. Что я там нахожу-то? Он такой, туду-туду-туду. И что нашел, непонятно. Какая-то молния добавилась, кажется. Или это было уже? Опа, мы, похоже, прокачались, нам дали самонаводку. Как бы я не понимаю, как это работает. Вроде мы только монетки подбирали. Я хотел перепрыгнуть, а тут дракон вылез. Все монетки разлетелись. Зеленое дерево, отлично. Ты что тут стоишь? Впереди, мне нужна вода, так прыгай в воду. Может, вверх тогда и пойдем, и там будет вода. Мы его подлечим.
Ты здесь. Получить воду. Выучить магию. Мы будем получать воду. Спасем чувака. И она мне дала магию, видите? Стоит еще циклон. Не знаю как. Но она похожа на какую-то колдунью. Она нас научила спел еще. Я не знаю, а как заклинания разные выбирать? И они все объединяются вместе. А, почему у меня отобрали? Как это работает? Верните мне мою самонаводку. Самый правый энд богат. Привет, Серега, спасибо. Так, мы уже отстреляли свои, похоже. Просто выкинул деньги на ведь. Я же на нее почти приземлился. Камус победит, если ты будешь просирать. Впереди. Да, у нас одна единица была. Воскрешение, похоже. Мы ее только что потратили. Нет.
Да. Хотел заклинание скрывать, но что-то не вышло. Я сдох. А, я понял, кажется. Вот у нас сейчас есть два спелла еще в запасе, когда кончится первый, включится второй и так далее. Нет, я хотел... Я понял, что не допрыгну и решил вернуться, но, кажется, физика в игре так не работает. Волшебная вода, вылечи меня. Привет, Сулейман. Нет, не будет, Сулейман. Жди в пятницу. Нет, Литл, хорошая шутка. Чуть-чуть не хватает. Привет, Амкол. Сулейман, я же вчера рассказывал. Эй, ты, Слич, подойди сюда. Есть телефон позвонить.
Привет, Забукрыныч. А, почему он не допрыгнул? Я думал, что я приземлился. Это я нашел с него. Гора блокирует мой путь. Земляной дух говорит быть осторожным под землей. Не забудь пароль. Забукрыныч, я не эксперт психологии. Ну, может быть, здесь есть кто-то, кто уже сталкивался. Возьми эту лестницу. Много секретов под землей. А как мне взять-то? У нас, кстати, ХП выросло. Да у нас не то, чтобы было много сильных хулиганов, но, конечно, было там кто-то. Кто-то там... наезжал. Пойдем направо или пойдем наверх? Пойдем направо. Привет, Магириана. Как узнал здесь секрет? Ты, типа, молодец, что добрался так далеко. У меня вопрос. Эксперты по цветам нужны. Красный какой цвет делают фиолетовый? Голубой, что ли? Наверное, не зеленый, не. Наверное, голубой. Да, правильно. Вот вам большое заклинание. Биг. Привет, зомби. Магириана, ты про который высказываешь? Я, похоже, что-то пропустил. Мой муж... У моего мужа есть подарок для тебя, он впереди. Но я не прочитал, что он там последнее сказал.
Ага. Вот тебе красная пыль. Красную пыль мне дал. Смотри, тут секрет на секрете просто. Что такое бомба? Кусок бомбы. Первый шот, который у меня сейчас есть. Ну, интересно попробовать бросок бомбы. Голубая пыль на левой. Не. Сказал. А, понятно. Я понял. Да. Вот она, голубая пыль. Интересно, что это мне даст? А в смысле, его банили недавно? Из-за чего-то подобного. Опа. Удобно. Магмадокс впереди. Вот тебе пыль. Ай-яй-яй. Привет, брательник. О, пчел, спасибо за хвост.
Я понял, что ты не про меня. Но все равно лучше. Не успел открыть. Всем привет. Кто-то меня не знает, мы тут 1000 игр проходим. Спасибо большое еще раз, пчел. И вот одна из них. Там впереди замок. И нам туда нужно пойти, похоже. Вот новый пароль. Что там, пчел не прошел еще Гарри Поттера? Красный квадрат — это то, что мне, скажем так, понравилось. Совсем не понравилось. Зеленый — то, что понравилось. Желтый — то, что как бы посередине, между полным говном и... хорошим. Это вообще что за существо? Загадочник. Мой лучший друг. Кому Сандра Идрил? Сандра. Вот у нас 3 заклинания, и я не знаю, как остальные кастовать. Мы все время кастуем первым. Она спросила, кто мой лучший друг. И там было 3 ответа. Камус — это главный враг. Сандра — это чувак, которого мы вначале встретили. И загадочник — это она сама. Некоторые недоступны. Прохождение. Брательник, ты мне скинь, какие именно. Я посмотрю. Потому что я там недавно много чего делал в списке. Может быть, где-то накосячил и не открыл видео или что-то такое. Используй ложки и иди в среднюю дверь. Я думаю, у меня красных парочек все-таки там. Просто у меня нет спеллов, и я говнищем каким-то занимаюсь с обычной атакой. Поэтому я так быстро сдох. А, бумермен. Магиряна у меня сейчас часть скачана, но я скачаю все остальное с Ютуба. Из записей. Но именно прохождение, не каждого стрима, потому что я сначала хранил
записи всех стримов на харде. Там никаких терабайтов не хватит. Привет, панишерка. Да блин, с нормальных спелов нам не дали. Бежим. Тут, кстати, нельзя прыжки обузить. Как в Алисе какой-нибудь. Тут в прыжке в тебя тоже попадает. Вообще неплохая игра. Кажется, я сейчас умру, правда? Я действительно умер. Game over. Давай глянем, что там не так с видосом пока. А если увидите, что какие-то видео недоступны? Да, у него стоит ограниченный доступ. Сейчас я меню это. Потому что я недавно заливал кучу видосов, плейлисты составлял. Теперь должно быть можно смотреть Super Bomberman R. Сейчас только финальное прохождение пытаюсь сохранять. А со стримами по 9 часов вообще нет смысла толком это делать. Замок, сделанный кем? Каки, зло, золотое семя. Ну, наверное, зло. Черт. Я неправильно отгадал. Она забрала мое сердце. Верни сердце. Видимо, я неправильно посмотрел. Да, Little, с этим надо... С этим проблемой нужно разделять. Понял, что странный какой-то спел там. Панишерка, спасибо за хвост большое. Да ты умирал уже. Вот был бы нормальный спел, я бы его убил за 3 секунды. И вот что это было? Что это заклинание дает? А, можно выбирать. Ты зажимаешь кнопку, а потом ты выбираешь.
Запускаешь, он ее кастует. Теперь я понял. Да блин, печальное начало. И магазина нигде нет. Могу вперед прыгнуть просто. Тоже нет. Да мне кажется, никто не будет потом эти записи на 9 часов смотреть, просто бесполезно их сохранять. Даже вот если я вот думаю, ну может быть я, не знаю, там навырезаю смешных моментов, да. Это просто трудно поверить, что я вообще таким буду заниматься в 9-часовом видео, что-то выискивать. Когда они каждый день такие. Бежим. Не знаю, все-таки надо на ложку, наверное, идти. Почему-то мне кажется, что мы можем... Вверху вниз мы сюда шли в прошлый раз. Это начало здесь дерьмовое. И плавать она разучилась почему-то. Давай. Мой лучший друг. Это мы уже знаем. Сандра. Она просто ману восстанавливает, по сути. Я считаю, что это правильно, что мы спеллы вначале использовали. Потому что все равно ману здесь восстановишь. Лол, смешной спелл. Становлюсь большим, и если прыгаю, то наношу врагу... всем врагам урон, похоже. Здесь подыхаю, потому что, ну, нет магазина, у нас там миллион золота, наверное, девать его некуда. Thank you.
Мне кажется, там тоже надо какую-нибудь магию шлепнуть. Слишком много там врагов. Еще утопиться умудрился. Вот я думал, что я не смогу свалиться. Центральную дверь мне сказали. Магазин. О, там какое-то платье можно купить. Найти Ланду, чтобы найти ее подарок. И что у нас? Мы переоделись. Как нам это дало вообще? Ну, хоть какой-то спел. Ключ. Тут три двери. Мы можем, типа, открыть несколько. Ланда в башне. Окей. Какая умная девочка. Возьми это заклинание торнадо. Спасибо. Она не захотела нормально прыгнуть. Чё-то тут все дорого. А чё такое справа? Похоже, это восстановление маны. У Элекмана есть атаки по земле. Окей. Буду знать. Мы же тут Мегамен играем, Элекмен. Это ключ у нас. А
Идти-то куда? Ага, ложка появилась. Использовал заклинание. Облакам тут нет ничего похоже. Я Ланда. Иди в мою деревню, используя этот магический перец. Подобрал. Там золото что ли было просто? Так, где деревня? Похоже, у нас только одна дорога. Они все под заклятием, похоже. Так, похоже, не на все заклинания мне хватает. Так, а мы победили. Удивительно. Светящийся дух говорит, что золотое семя дает добро или добрые или злые желания. Ледяной лабиринт. Нет, это еще не GG, похоже. Мы еще. Мы всего-то 3 или 4 уровня прошли. Thank you.
Еще, наверное, как минимум три. Да, тут визуализации смешные. Прощайте, твои заклинания. Она украла наше заклинание. Верни заклинание. Сучка. Иди в пролом в ловушках. Здесь, мне кажется, сломать можно, нет? Нельзя. Так, перепрыгивать их нельзя. Я не знаю, как убивать. И у нас воскрешения нет. Застряла. Может, вот здесь что-то есть? Типа, иди в пролом и в ловушку. Говорит она. Или он. А, чё так быстро-то он устал?
У нас денег нет. Послушай это. Используй торнадо, чтобы победить снежную птицу. Так у нас нет спеллов вообще, нас все отобрали. Верни заклинание. Да я помнил бы. Голубой, может. Да. Отлично. Она была голубой. Теперь у меня есть торнадо. Ай. Там что-то внизу. Нет. Ничего. Интересно, оружие по времени действует или по количеству использований? Мое тело замерзает. Верни, птица. А кого размораживать? Она же летает, я не могу в нее попасть. А-а-а! Я, наверное, могу прыгать, когда использую торнадо. Нет, не могу. Ничего не могу делать. Так, видимо, я плохо прочитал, что он написал. Но это босс этого уровня, это точно. Мы правильно знаем, как идти. Москиллер, спасибо за фоллоу большое. Я вот не уверен, что я хочу здесь покупать вообще что-то. Может, мы в следующем магазине купим? Кажется, тут дорого.
Привет, привет. Мы тут пытаемся проходить 1000 игр на стрим, уже прошли 270 и не собираемся останавливаться. Игра на PC Engine. А еще мы играем на железе, как правило. Консольки все рядом со мной стоят. В общем-то нет выбора, куда идти. Теперь я знаю, что мне нужно было сначала сюда заглянуть. Так. Наводящиеся. Так, про торнадо я знаю, только не понимаю, как его использовать, чтобы победить. Он же летает. Сейчас надо выслушать, что он скажет точно. Мое тело замерзает. Пользу огненной торнадо. Я понял, теперь я понял. Нужно вставать на эту платформу сначала. Ты будешь крутиться типа выше. Изи вообще. К тому же, когда ты в торнадо, ты неуязвим. Сейчас мне ледяной дух скажет, что... Блин, я пропустил, что ли? Кусок брони я получил. А, нет, вот он говорит. Водный дух говорит. Желание Камуза уничтожить весь мир. Уничтожить весь мир. Поэтому они спрятали, ну, вот этот вот бассейн. Или как это? Hot Springs, я не помню, как это привести. Нужно найти кого-то с Венмоса. Не забыть пароль. Горячие источники, вот. Ему нужен горячий источник, чтобы использовать свое желание уничтожить мир.
Я думал, они скользят, они не скользят. Он забрал мою магию, короче, мою ману. Дал нам много золота. А экспо вообще что-то дает, я не понимаю. Они живучие такие. Чтобы я смог перевести, что это значит. Он мне сказал мне, что горячий источник снимет заклятие, проклятие. У меня ману сняли. И я врагов слабо атакую теперь. Но я не умею в иероглифы, простите, конечно. Потому что, может быть, это и есть горячий источник. Вот только с червяками я способен справиться. Еще кусок брони. Да, я свободен. Я снова сильный. Сильная воительница. А тут всего идти-то надо было, лол. Конечно, не ту дорогу выбрал. Thank you.
Он в окно зашел, что ли? Нужно найти кузнеца, короче. Вон, три куска брони у нас. Свинья. Принес ли я перец? Да. Расколдовали. Спасибо. Возьми это заклинание хамелеон. Видите, сквозь несколько уровней я нес этот перец. Он мне пригодился. Не умею в пятнашки. Уничтожь этого камуза для меня. Подождите. Нет, мне нужно ввести пароль. Я броню не сделал. Нужно сделать ресет и ввести пароль. Потому что мы в деревне должны были найти место. Кузнецом. А мы пошли сразу дальше. Но мы же не знали. Куда можно заходить, а куда нельзя.
Наверное, спидран этой игры выглядел бы бесконечной последовательностью прыжков. Прыжки она быстрее передвигается. Hello, AFG. Nope, never played Fortnite or PUBG. Really don't like PvP games. В этих сундуках только враги. Хороший у них город, просто какой-то лес с двумя-тремя домами. Странное место, видите? Крест нарисован. Вон дом. Сейчас мы сюда сгоняем сначала. Бомбу нашли. Броня света. Это дало, мне кажется, шанс еще раз воскреснуть или нет? Я просто сменила цвет моей брони. Что-то же это должно дать, правда? Ну тут вроде пятнашки не сложные, тут не все перепутано.
Да. Надо было испытание силы выбирать. В прошлый раз как-то легче тут он был расположен. Приятные острова искать, им сказал. Смотрите, они нам урон не наносят. Я не понял, почему. Вот сейчас вроде нанесло. Кажется, мы потратили нашу броню волшебную только что на этих ребят. Это, кстати, скорее всего, последний уровень. Странные фигуры. Нет, там остров был. Блин, вот чуть-чуть продвинулся, вернуться не могу. Может, я полечился, либо еще какой-нибудь пауэрап мне дали. Thank you.
Прекрасно, у нас нет оружия нормально. Здорово, Unlimited. Это Зельда шмап. Типа. Топ-даун шутер, можно сказать. О, да, это пулечки. Нет, еще такое. Черная валькирия. Его сразу торнадо просто шлепнуть.
него у нас еще воскрешение есть. Мы где-то еще одно, что ли, набрали? Ну, сверху вниз точно проще бить. Живучий. У нас нормального оружия нет. Блин, руки у него длинные все. Похоже, еще одна форма. Блин, оружие было бы подлиннее, было бы намного проще. Это Диабло. Вот смотрите, это Диабло. Хорошо, карта большая. Thank you.
Ай-яй-яй. Живучий, живучий. Было бы нормальное оружие, наводящееся вообще, наверное, тема была бы. Ну или какое-нибудь оружие, которое чуть дальше, чем эта пуколка. Он сдохнет, может, уже.
Блин, будет обидно, если я сдохну сейчас. Ну это ж мой стиль на последней хпшечке босса убивать. Зачем они вот таким жирным-то сделали, я не понимаю. Полчаса дрался, а потом сдох на нем. Я, ну и дресня. Чё же он такой жирный-то был, а?
Да ладно. Привет, Гарик. Нет, ни одну мафию не проходил.
Окей, говорит. Похоже будет примерно как в прошлый раз. Будем 40 минут его бить просто. Да, Энджойки. Не то чтобы сильно скрыты. Да, Забук Рыныч. Поэтому тут смысл покупать одно и то же оружие есть. Вот тут в списке у меня уже ничего не осталось из оружия. И только магию можно. А на магию у меня маны нет. И, короче, когда у тебя кончается все, ты с пукалкой остаешься. Но сейчас у меня нет вариантов проиграть, у меня еще две воскрешалки есть.
Даже если я буду очень-очень тупить, ему нужно ударов, наверное, 40 по мне нанести, чтобы меня убить. Полностью. Мне просто уже лень по три удара наносить и бегать кругами. Буду зергать по-жесткому. Нет, да, две воскрешалки. За Валькирию мне дали еще одну. Видимо, тут за Экс подают воскрешение, не знаю. Я ему и торнадо покрутил, и другим оружием подамажу. И этим просто вот так вот фигачу без остановки. Все равно. Жирный очень босс. Аллилуйя. Готово. Похоже, это вся игра. Управление Камуза закончилось. Спасибо за GG. Валькирия сделала желание. Бросила семя в воду. И скоро земля снова стала зеленой. Она спасла Девимана и вернула защитников золотое семя. Однажды давала желание. Теперь мы смотрим на тебя, Валькирия. Северные источники все время ждут тебя. Новое путешествие начинается. Мои оружия победили. Ты помогла мне тоже, и я спас моих друзей. Я никогда не забуду это приключение. Валькирия, ну, Денсетсу.
Давайте запишем в пройденные.